Кенни, привет, рады встретить тебя в Нижнем. Наконец-то ты сюда добрался. Как проходил твой полет и путь сюда? Мой путь сюда занял чуть более 19 часов. Тем не менее, я чувствую себя неплохо. С момента подписания контракта с Торпедо у тебя была пара месяцев для того, чтобы узнать что-то о России, о городе. Поделись своими знаниями, что удалось почерпнуть за это время. Я разговаривал с Энди Милли и Семеном Дераргучинцевым, которые уже здесь играли. Я с нетерпением жду, чтобы стать частью города и команды. Еще я выучил несколько слов. Ранее вы не играли в хоккей в России, но, может быть, приезжали в нашу страну в качестве туриста? Нет, я первый раз здесь. Если вас попросят назвать три ассоциации, связанные с Россией, что вы назовете? Наверное, я назову хоккей, водка и футбол. Это ведь популярные вещи здесь. Почему вы выбрали именно Торпедо, а не любой другой клуб в этом мире? Я поговорил со своим агентом, поговорил с Энди и Семеном. Они сразу рассказали мне про то, какая классная атмосфера здесь на стадионе, насколько красив город. Я без раздумий принял предложение Торпедо. Когда вы рассчитываете присоединиться к тренировочному процессу команды? Сейчас я рассчитываю немножко отдохнуть. Завтра меня ждет медицинское обследование, а после я планирую присоединиться к команде. Что хотели бы сказать нижегородским болельщикам в рамках своего первого клубного интервью? Я счастлив быть здесь, хочу поскорее выйти на лед и жду отличного сезона.